Кукушка. Кукушка – известная птица. Беспокойная. Очень не любит общаться с другими птицами. Питается кукушка в основном насекомыми и их личинками. Любимое блюдо – мохнатые гусеницы. Уничтожая их, кукушка помогает природе. Кукушка – пример неправильного отношения родителей к своим детям. Она не строит себе гнезд и не высиживает птенцов. Свои яйца кукушка подкидывает в чужие гнезда. Яйца кукушки по размерам и окраске похожи на яйца птиц, чьи гнезда она их подкидывает. Когда появляется кукушонок, он может выбросить из гнезда яйца или других птенцов. Его одного потом выкармливают приемные родители, чтобы насытить прожорливого подкидыша.